Если у вас есть в наличии свежие куриные яйца и масло, то вкусный майонез вы можете приготовить и в домашних условиях с помощью миксера. Чем больше вы добавите масла, тем гуще получится соус. Домашний майонез безумно вкусен даже в прикуску с обычным хлебом. Используя яйца фермерских птиц с яркими желтками, вы получите соус насыщенного желтого цвета. По желанию его можно приготовить и на водяной бане, если вы опасаетесь есть сырые яйца, но тогда вам нужно будет следить, чтобы желтковая масса не перегрелась. Список ингредиентов в конце видео. Подготовьте указанные ингредиенты. По желанию куриные яйца можете промыть в теплой воде и насухо вытереть. Разбейте куриные яйца и отделите желтки от белков. Белки используйте для приготовления другого блюда, они вам не потребуются. Желтки выложите в глубокую емкость или чашу для миксера и всыпьте соль. Готовя майонез на водяной бане, поместите желтки в стеклянную или фаянсовую емкость. Взбейте примерно 3-5 минут, чтобы масса стала светлее. Это очень важный этап, так как если не взбить качественно желтки, то их масса не соединится с маслом. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Как только желтки побелеют, начните вливать тонкой струйкой масло, не прекращая взбивать. Ни в коем случае не вливайте масло сразу или большими порциями, иначе техника не успеет эмульгировать желтковую массу с маслом и соус сразу же расслоится. Это самая распространенная ошибка у тех, кто готовит майонез впервые. Когда нальете все масло, выключите технику и перелейте майонез в соусницу. Готовя его на большую семью, увеличьте норму растительного масла. Но помните, что чем больше масла вы добавите, тем более густым у вас получится майонез. Остудите соус и подайте к столу. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. А теперь ингредиенты. Желток куриного яйца, 3 штуки. Масло растительное, 150 мл. Соль, 2 щепотки. Уксус 6%, четверть чайных ложки, или лимонный сок. Количество порций, 3-4. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Еще увидимся.